изучали партизанов разных народов специально для того, чтобы написать этот номер и вам его презентовать. Итак, партизаны разных народов в плену на допросе, как мы себе это видим. Спектакль партизанов. Да, спектакль, да. Итак, первый, чтобы чтобы вам было понятно, какие будут дальше развиваться события. Первый очень простой партизан, такой цыганский партизан. А мало кто знает, что есть цыганская армия. Конечно. Собственно, вот Андрей. Боевые медведи. Вот. Стратегическое гадание на картах. Цыганский партизан на допросе в плену. Так! Будешь говорить? Ай, Ромалы, конечно. Что? Цыган всю правду тебе расскажет. Что было, что будет, чем сердце успокоит. Не, по карте, с какой стороны будет наступление? Ай, на карте все покажу, родной. Не надо. На карте вся судьба написана. Смотри, слева валет трифовый тебя ждет. И что, казенный дом или что это? Казенный дот. Какой дот? Казенный дот, это сидят казенные такие доты. Где проходит линия обороны? Покажи и все. А какая линию свою, смотри, какая красивая у тебя линия обороны. Вот это она. Да, но короткая очень линия твоя. Вот это, да. А вот видишь, у тебя линия ума с линией секса пересекается. Так. Это тебе начальник мозги трахать будет. Ума и... Ты смотри на начальника, представляй себя, понял. Вспоминай, Ромалы, а я пойду, потому что не место цыганам в плену. Мы тебя поймали, стой. Ветер не поймаешь. Стой, стой, стой. Следующий, уже ближе к нам. Настоящий, самый настоящий русский партизан на допросе в плену. Так. Будешь говорить? Ничего меня не спрашивай. Потому что русские, когда попадают в плен, они молчат. Хорошо, посмотрим. Первый... Ни звука не издают. Я говорю, первый вопрос. Рот у них закрыт. Всегда. Понятно. На замке. Первый вопрос. И ничего. Первый... Не слышно. Значит, от них. Первый вопрос. Они молчат. Послушай, первый. Их. Их. Это не по-немецки. Фиг их расколешь. Значит, фриц! Сейчас. Первый вопрос. Херлирник! Единственное, что мы делаем в начале каждого допроса... Меня не волнует, что вы делаете в начале каждого допроса. Так это... Это традиции наши, партизанские, русские. Чего вдруг? Я даже вопрос не задавал еще. Ах, ты еще и вопрос не задал? Откуда ты знаешь, что я спрошу? Может, я так поинтересуюсь, где улица Ахматова, и все, блин. Так ты так интересовался? Я понял. Я вижу, ты смелый солдат. Да. Выпей со мной. Да не буду пить я это фашистское пойло. Больной или что? Недержание слюней? Русских. Не хочешь? Стой, куда ты забираешь? Что? Что, не видишь, что я плюнул туда, значит, мое. Не был в наших советских садиках или что? Не довелось как-то. Не довелось. Тост. Что ты орешь под руку? Кто так пьет? Давай. Может, так тост ты хочешь? Ну, конечно. Будь ты проклят, вражина. Хороший тост. Надо будет на 8 марта вспомнить только. Ой. Закуси, закуси. Русские после первой не закусывают. А что, будет вторая? Ну, я надеюсь. Ох, капец, чего я шел к вам сюда? Ради вот этих 100 грамм каких-то несчастных. Давай. Лес, вон штаны порвал об колючую проволоку. А что ты лес? Там калитка открыта. Ты же третий раз уже приходишь.
Должен был запомнить. А чё вы стрелять начали? Вы дебилиусы в кастах. Так ты мимо шел, мы тебе салют делали. Мол, сюда, Коля, сюда. Ничего себе салют, шапку сбили мне чуть. Чуть бошку не продырявили. Надо было. Как бы я пил тогда? Давай. Тост, ну тост. За победу. Ничего, конечно, не надо. Это. Хорошо. А знаешь... Ты закусывай, закусывай. Перестань. А знаешь, почему я так смело сижу и смотрю тебе в глаза? Так, так. Знаешь почему? Почему? Что за моей спиной дивизия. Да ну че. Да не, не здесь. Ты чего, не здесь ты. Разводы все. Какие разводы? Там, за лесом, справа от болота. Ой. Целая дивизия. Упоглинтована шаблями, пушками, министретами. Медсестричка Танечка, о! Чего только стоит. И завтра в 4:00. За Коляна! Колян, это я, между прочим. Что такое? Сейчас. Что, Фриц? Что, плохо? Не... Вот! Вот! А ночью к тебе придет наше самое страшное оружие. Какое? Вертолетик. Блин! Самый настоящий гуцульский, такой закарпатский партизан на допросе в плену. Так. Сколько вас в отряде? Что, тут отедуш? То есть комки няньки бродяли на кишке, а малесники тут прогрессируем, дьявол пришел до шефчика, но вся тут таке. Что? Что, взял тут лопату, накопал бурболи, наварил зубу, сим на ровере, только пугнал. Приехал до шефчика, взял тут такие файни мести, взял тут такие, нахожу сам иди. Тут отедуш, а ну, маемо, шо маемо. Я нифига не понял. Сколько вас в отряде? Слушай, я кажу, без листи, шо? Что? Блин, полицию губерну, думаю, гляну, все стоят, такой, вуйко, эй, вон, агену, сэну, страшно, ты шо? Не понимаю. У вас отряд есть? Да. Сколько вас в отряде? Можете на пальцах, покажите на пальцах, сколько вас в отряде. Васильчук, Галайчук, до братьев, до кум, до пришел, до бидонца мугняри, поставил до кружку, начерпнул, до сказал, слава Украине, героям слава, коррал, пошел на всю землю, такой вуз остерна, эй, чекирики, чекирики, эй, эй, чекирики, чекирики, эй, эй. И бури, бури, бота, и бурики, хей, хей, и бурики, ата, и бурики, хей, хей, да туда трембите, да. Давайте, без трембит, хорошо? Сейчас без трембит. Просто на вопрос, ответьте просто на вопрос. Ты не знаешь, с кем связался. Дайте трембиту. Вопрос. Техника в отряде есть? Какая? Тихо, сели, завели, поехали. Эй, мо, хлопцы! Эй, мо, радом! Эй, мо, радар! Ехали, ехали, до соляра кончилось. Я говорю, на холеру, оно мне надо таким. На что оно мне надо? Вы мне чоботы не дают, фуфайку не дают, ничего не дают. Я говорю, пишки вам, говорю, холеру вам, мать вам. Оно пришло, говорю, зараз заспокойся, зателефоную. Говорю, алло, а ну нам цілу цистерну соляру привезли. Оно приехало, ніч постояло і сп***ли, нема нічого знову. Та ми знову по чершині, хоп, да, гей, чекірики, гей, чекірики, гей, 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 гей. Я колись з кумом заліз і на говеру, так як справжні гуцули такі. Я не зрозумів, хто кого допрашує.
Последний вопрос. Щету мимало. Ну, крепкий хлопак. Это вы подожгли штаб? Не. А кто? Ты же я вам рассказывал. Когда? Кулина. Когда вы рассказывали мне про это? Я вышел ветру, ну, до ветру. А? Да, фу. Все, стоял, бачу, ну, то таке, ну, бачу, хлопцы там с сирниками. Я кажу, шо вы робите, спалите все село? Вони мені кажуть, дядька, то ж війна, шо ви хочете? Таку, раз, раз, воно пошло горі, да ми холера, давай його туди, давай. А мать, ну, да почерчини, оп, да, гей, шикирики, гей, шикирики, гей, гей, шикирики, гей, шикирики, гей, гей. Сдержався. Вибачте. Превратив допрос у фарс. Слушайте, вы по-русски понимаете? По-русски? По-русски, понимаете? Не, ну, по-русски, ну, ну да. Понимаете по-русски? Ну, тики нахуй, Ярова, ну, мне не надо, понимаете?